Друзья, всем огромный привет, с вами Future Time, я переехал в новое место жительства и решил себе прикупить очень классный матрас для моей новой кровати. Очень долго выбирал на самом деле и решил остановиться на компании Blue Sleep, а именно модель матраса Hybrid 2.0. Многим он очень известен по тесту с бокалом. Еще, кстати, меня зацепило то, что производитель дает гарантию здесь целых 100 дней, в течение этого времени, если что-то не понравилось или не подошло, его можно спокойно вернуть и, соответственно, получить полную стоимость. В общем, давайте обо всем расскажу подробнее, погнали! Ребят, предлагаю сильно не тянуть, давайте сразу перейдем к распаковке матраса. Так, друзья, начнем с того, что откроем коробку. В комплекте можно сразу обнаружить инструкцию, а также специальный нож для открытия вакуумной упаковки матраса. Матрас сжат, скручен в рулон и упакован в специальную защитную пленку. Для того, чтобы его полностью открыть, потребуется примерно 5 минут. Для начала нам нужно наклонить коробку на бок и, соответственно, достать матрас. Таким образом, достаем матрас из коробки, кладем матрас на пол или на кровать, в зависимости от того, как вам удобнее. Снимаем упаковку с торца и затем вот этим специальным ножом уже режем защитную пленку. Соответственно, не повреждая сам матрас. Нож специальной формы имеет, вот таким вот образом он режет. И затем полностью разворачиваем матрас. Вот, таким образом расправляем матрас, и нам остается снять последнюю вакуумную упаковку. Вот, таким образом матрас раскрывается. Итак, для того, чтобы полностью распаковать матрас, требуется примерно 5 минут, ну а уже для того, чтобы он принял свою форму и можно было начинать им пользоваться, проходит примерно 3-6 часов. В течение этих 3-6 часов не стоит на матрас садиться, что-то на него класть. Вообще, как бы полностью восстановится он примерно через 72 часа, но уже сегодня ночью все равно на нем можно спать. После распаковки матрас полностью поднимется до стандартной высоты примерно через 2 часа. И, соответственно, через это же время уже можно приступать к первым тестам. Друзья, ну что, вот и прошло пару дней, как я активно эксплуатирую матрас Blue Sleep Hybrid 2.0. Хотел бы подвести небольшие итоги. Ну, во-первых, мне очень понравились материалы матраса. Знаете, вот прям спишь и приятно телу. Видно, что не какой-то там дешевый ширпотреб, а реально нормальные дорогие материалы. Также мне вкатило, насколько матрас круто продуман технически. Здесь 2000 независимых микропружин, что позволяет снять нагрузку со всего тела и обеспечить его естественное положение. Также я думаю, что многие из вас уже слышали про знаменитый тест с бокалом. Это когда на одну часть матраса ставят бокал с вином, а на другой части, скажем, прыгает ребенок, и, соответственно, бокал не падает. В общем, этот тест я проверил лично и могу подтвердить, матрас действительно круто в этом плане продуман, так сказать, до деталей. Вы можете ворочаться в постели, пока ваша жена спит, и она даже ничего не почувствует. Кайф. Матрас достаточно жесткий, как для меня, но уже через пару дней к этому привыкаешь, и спина становится здоровее в целом. Даже не знаю, что еще и добавить. Пожалуй, добавлю благодарность компании Blue Sleep за хороший продукт, который наша семья оценила по достоинству. Ссылку на матрас оставлю в описании. Кто хочет, посмотрите. А с вами был Future Time. Пока-пока.